Ребятушки мои, привет! Послушайте, это видео я поставлю первым, потому что я хочу рассказать вам предисловие. Значит, только что я вышла с экскурсии. Почему я записываю это видео потом? Вы не представляете, что у меня случилось. Значит, вышла я нормально. Ну, как обычно, метро, значит, подводят. Вот. Будем смотреть все на наши вот ямы туда. Я решила, что мне обязательно нужно снова посетить Костелушку. Это 100%. Но это ладно. Потом, вы посмотрите, здесь какая стена, да, вообще. Такую я что-то еще не снимала тут. Просто вся в дырках, да. Зачем это так строили, да, вот, скажите. Вот. В общем, короче, вышла я нормально. Практически, в общем-то, за 50 минут я вышла. Но так как у нас праздники, я говорю, что у нас тоже транспорт уже плохо ходит давно. И не праздники, да, а сегодня как бы праздник. В смысле, сегодня не праздник, сегодня воскресенье. Вот. И это... И у них там другое. Вот я сейчас вам покажу. Вот то, что я все пыталась вам показать, вот эту вот полоску, да, которая она самая... Там вы просто поймете потом. Я просто эту полоску пыталась показать вам на... Вот этой полоске, не через раз, да, на вот этой... Башни, я спрашиваю, просто хотела вас спросить, я сейчас подойду, почему так вот прямо вот до самого такого высокого конца нужно, значит, делать вот эти вот щели, да, зачем? Потому что с другой стороны вы там увидите видео, с другой стороны они очень даже широкенькие, ну, как обычно в нашем стиле бывает, эти окна в нашем стиле. Ну, в общем, короче, слушайте меня, я опаздывала. То есть, ребятушки, конкретно просто бежала, не знаю как, весь народ куда-то валил. То есть, вот прям все вот решили отпраздновать этот Хэллоуин, куда-то все скакали. Но еще время это не хэллоуинское было, да, вот. Вот. Ну, я, короче, полных трамваев, этих метро, я опаздывала конкретно. Сейчас покажу нашу полигональную платку, да. Вот. И залетаю я, ребятушки, залетаю я... 17:08 минут. И вот тут вот эти машины вывозят. Представьте, то есть меня еще задержало вот этот. Я налетела сразу, значит, видите, луч, посмотрите. Я налетела сразу на, значит, какую-то там служащую, где вот этот тур. Оказалось, представляете, то есть я не понимаю, как вообще в интернете дает только одну фирму. Оказалось, там в этот момент вообще три группы ходило. Вот. И, значит, в общем, ребятушки, вот чисто только потому, что я, значит, наглый блогер, я попала туда. Это она мне говорит, нет, все, все, вы, никто вас не возьмет. Нет, и все. Вот она мне говорит, нет. Я говорю, ну, пожалуйста, у меня пропадет билет. Ну, пожалуйста, можно мне что-нибудь придумать, да? Вот. Это. Она, ну, сходи, такая, знаете, я вам ничего не это, ну, сходите. Такая, знаете, махнула рукой. Музей. Я говорю, где? А тут, понимаете, вы не представляете, какая толпа народу еще была. Плюс вот эти все машины. Еще полиция и всякие виджели тут. Вот. Ну, она говорит, вот там пробежите вот это вот оттуда, вот, кстати, с той арки я должна была бежать вот в эту арку, да, вот. И, значит, там еще куда-то там направо. Я забегаю, хватаю мужика, говорю, пожалуйста, мне нужно зайти в эти, на мерлаты, вот эти мерлаты, вот эти вот штуки, вот эти вот, вот они называют их мерлаты, да. Вот они, да, ну, посмотрите, ничего не хочет курсировать. Ну, короче, наши кремлевские зубцы, вот. Он, нет, 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 во сколько экскурсия? Я говорю, в 5. Он говорит, так уже полпятого, уже полшестого. Я говорю, нет, 15 минут. И к тому же, говорю, в 7 минут я была уже, говорю, инфопоинт, она меня задержала просто, то есть она мне никак не хотела связываться ни с кем. И мне нравится, она говорит, она же попробовала там типа позвонить, меня не слышно, он сразу звонит. Нет, он мне говорит, а что я могу сделать? Я говорю, пожалуйста, позвоните, там какая-то Марта. Он звонит и сразу говорит, я сейчас спущусь, возьму. Прикиньте, вот нормальные люди там вот наверху, да? То есть, а представляете, сколько этой тетеньке приходилось спускаться? Потому что, посмотрите, а, вы потом увидите в фильме, то есть, насколько мы потом спустимся вниз, да? Это вообще, вот, вот эти вот, все-таки хочу показать, вот, вот это вот удивительное явление, да, вот эти вот дырки и на такой высоте. Вот это вот как они могут увести? То есть, в смысле, вообще смысл вот иметь вот эти дырки вот там? Но кто вот, да, та... Туда даже камень-то никакой не долетит, ничего не долетит. Вот. Хотя мужик, наверное, сейчас там от нас
будет, как он хотел от нас избавиться, экскурсовод. Мне сейчас смешно даже. Видите, наши линии. Вот, и, значит, меня забрали все-таки. Я захожу, а он такой уже уставший, давай проверять. В общем, кто я такая, с какой группы, ни с какой. В общем, я говорю, слушайте, а может быть, ну, не будем отвлекаться на это? Какая разница-то уже? То есть, тем более, она сказала, что их 24, а группа была 25 человек вообще максимум. Я говорю, я же вам не мешаю, наверное. Нет, 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 ну, давайте будем. А я думала, сейчас у меня будет этот зеленый документ проверять, а он такой усталый, что он не подумал, потому что в данный момент у меня бы еще казалось, что и Green Pass у меня там скадучился, понимаете? Вот. Эти военные машины, это готовишь, что ли, к военному этому. Вот, и, короче, это... я вам показываю, вы понимаете, что когда я вам показываю на пол, это я хочу вам показать, как тут все сделано, кирпички. Вот. И все, я попала. Вообще, я хочу зайти и поблагодарить этого дяденьку, который все-таки взял рацию и позвонил. Понимаете? Он на меня еще хотел поорать, что ну, не приходят, типа, что не опаздывают на экскурсию. Да, говорю, ну, понимаете, на самом деле так и есть, что теперь метро не ходит по тому расписанию, которое даже дают на воскресенье, понимаете? Вот опять, как вы говорите, как яйца, действительно, как яйца эти гальки, да. Вот. И, ребятушки, я туда попала, и это просто, это уникально. Посмотрите, тут еще военная машинка. Это уникальная вещь. Я уже сразу сейчас снова закажу вторую экскурсию. Потому что, ребята, зачем? Зачем это все? Зачем это все? Вот эту вот выставку тут устраивают, да, видите? Все военное. Фотки военные, видите, военные, блин. Посмотрите. Зачем это? Готовят нас к военному. Кстати, кстати. В общем, я это сделала. Ну, понимаете, они, костелушки, меня любят, и поэтому они меня не могли не пустить. Но был дождь, вообще просто уникальнейший дождь. Это я в машинке показываю. Не знаю, здесь какая-то выставка старости. Ну, чтобы убедить людей, что все-таки история есть и была, как бы. Вот. Значит, смотрите, какой, да, тут свят. Кстати, наши линии, да? Смотрите. Вот. И поэтому меня не могли не допустить, понимаете? Без меня их там бы эта труба, вот это вот тоже, видите, тоже с нашими вот этими отверстиями. Ребята, это вообще уникальнейшее явление. Это моя экскурсия. Я говорю, что сейчас я спокойненько могу вернуться домой, абсолютно, как бы, наслаждаясь. Посмотрите, видите, да, что это вообще, ужас, да? Наслаждаясь уже хорошо сделанной работой. Вот давайте, вот сейчас вот должны быть видны наши, вот они. Ну, кстати, здесь, смотрите, здесь в центре две, да, сделаны. Видите? А потом, смотрите, две нету, а здесь вообще неправильно, как везде. Смотрите, две нету сначала, да. Одна есть, потом одна пропускается, две. Видите, какой здесь, какая, да? Смотрите, какая здесь соблюдена. А здесь все через один. Вот один я вижу. Нет, ребята, смотрите, там только два предпоследних. Прикиньте, да? Вот на самой верхней там только предпоследние имеют эти отверстия. Вот это вот, понимаете, вот это тайна, да? Вот это тайна вот этих вот... узеньких полосок занимает, походу, только меня в этой Виталии, блин, только меня. Больше никого не... Я хотела вам показать... Ой, ребятушки, мы вернемся сюда. Я хотела вам показать эту волну белую, красную. Прямо волна. Как это называется?
Слушайте, в общем, здесь снова нужно прийти. Я хочу вам показать скобы, какие тут они разные, абсолютно разного этого. Вот, и кирпич как тут раз по-разному, даже вот видно вообще в темноте. Но хочу вот волну вам эту снять, белая, красная, она очень вот в нашем стиле, как жабо. Но это тоже, вот это тоже надо снова снять, ребятушки, вот это вот. Вот эти вот, но это я там сняла наверху, ребята, ну, видите, ну никак, никак, ну снимаю уже ночью, ничего не поделаешь. Вернусь сюда, и теперь новым глазом, новая Наташа, да, обновленная Наташа, сниму вам еще эти особенности тут, вот, которые мы раньше, на которые раньше я не особо обращала внимания. Вот, новым глазом я, пожалуй, завтра сюда и приду. По-моему, завтра не будет, в Милане именно хотя бы дождя не будет. Вот, уже был дождь сейчас, я говорю, я уже попала под сильный дождь, но мне ничего не мешало, я как этот, знаете, как мул, я пробивалась на эту вот экскурсию, которую я чуть-чуть не потеряла, в общем. Ладно, ребятушки, сейчас я это видео залью, вот, и приеду домой и начну заливать то, что я сделала. Не сразу говорю, я извиняюсь, я там 100 раз извиняюсь, но еще раз, не переживайте, я делала, что могла, но невозможно было, не было света, я бы закажу снова экскурсию. Вот, на 3 часа, как я и хотела. На 3 часа я закажу экскурсию, и мы вернемся сюда какой-нибудь снова уикенд. Вот. И я снова все это пройду. И не волнуйтесь, вот эту трубу, в которой вот мы были, вот эту башню, это просто уникальное, уникальное сооружение. Мы снова снимем. Ну, на сегодня пока-пока. Что, видите, ничего невозможно. Ничего, я снова сюда приду и снова сниму этот благословенный наш костелушка. Пока-пока.